Участникам клуба «Книга Тавр» в Петропавловске предлагают окунуться в атмосферу детективного триллера. Им покажут фильм «Исчезнувшая» 2014 года, снятый по одноименному роману Гиллиана Флина. Кинолента начинается со дня пятой годовщины свадьбы супругов Ника и Эми Дан. Вернувшись домой после утреннего отъезда, Ник обнаруживает, что его супруга исчезла при обстоятельствах, похожих на похищение. Инцидент получает большую огласку в прессе, потому что Эми была источником вдохновения для книг «Супер Эми», которые писали ее родители. Далее зрителю показывают историю отношений Ника и Эми в виде воспоминаний из ее дневника, где описывается период жизни, начиная с момента их знакомства в 2005 году и до момента ее исчезновения в 2012. После просмотра гости смогут обсудить увиденное, а также сравнить роман и фильм. Показ картины состоится 25 ноября в 16:00 в отделе по работе с молодежью Камчатской краевой научной библиотеки имени Крашенинникова. Ограничение по возрасту 16+, вход свободный.